Всем привет, народ! Вы, как всегда, на моих YouTube-каналах. Сегодня поговорим о новой возможности заработать денег. Садитесь поудобнее, я начинаю. Сразу перед видео я, как всегда, предупреждаю всех о рисках в инвестициях. Напоминаю, что риски везде всегда присутствуют, что я никогда никого ни к чему не принуждаю и просто рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю и где можно заработать. А входить в проект или нет, решение принимайте только вы сами. Также не забывайте подписываться на оба моих канала. Первый канал — это, как вы видите, да, криптомани от мегабабок, да, второй канал — это мегабабки, соответственно, да, ну и третий канал — это Bitcoin Leader TV от мегабабок. Все ссылочки на все три канала внизу в описании, там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, ну и, конечно же, на кошелек SafePal, которым лично пользуюсь. Также я бы хотел бы вам порекомендовать еще один канал, которым лично, да, интересуюсь, лично смотрю. Сейчас вы его увидите. Канал называется «Готовим дома ТВ», потому переходим. Очень вкусно приготавливает человек. Я реально пробовал, готовил, например, вот свинину, и мне она зашла. Потому все ссылочки на канал, конечно же, тоже внизу в описании. Перейдите, посмотрите, ну и попробуйте. Ну а теперь давайте перейдем к самому проекту. Сам проект у нас называется Dark Crypto. По проекту, что хочу сказать, здесь есть возможность зарабатывать деньги. При этом здесь стоимость токена Dark составляет на данный момент $23.16. Это на данный момент немного. Как я понимаю, что монета будет расти, потому что монета реально очень интересна. Плюс есть очень много информации, которую сейчас я вам буду демонстрировать. Поэтому заваривайте чаек. Я начинаю. 15 миллионов капитализации, это очень неплохо. Можно адаптировать, да, свой кошелек через Tron, прошу прощения, не через Tron, а через MetaMask, да, то есть вы заходите в свой MetaMask, у меня на блокчейне BNB, да, Smart Chain, да, после чего вы можете видеть, да, то есть есть сразу подключается другая сеть, я одабриваю и подключаюсь через другую сеть. Соответственно, после коннекта, да, то есть кошелек сразу законнектился. И зайдя на мой MetaMask, вы можете видеть, что CRO, да, то есть сеть CRO, все здесь есть, да, то есть Кронос сеть добавилась. Соответственно, монета вся основана на монете, прошу прощения, на самой сети Кронос. Ну, теперь давайте разберемся. Обновился сайт у нас, цена поднизилась, соответственно, сейчас, кстати, курс биткоина летит вниз, и я сейчас закупаюсь. И, соответственно, сейчас и здесь тоже есть шанс закупиться и начать зарабатывать все больше и больше денег. Все, ребят, легко и просто. Вам нужен просто MetaMask, вы подключаете на BNB, на смарт-чейне. После этого все автоматически подключается к Кронос, и это очень классно, то есть вам не надо ничего вводить, это все удобно. Есть, ребят, майнинг, как видите, да, то есть можно инвестировать, да, свои монетки, соответственно, вложить под проценты и зарабатывать вот такие проценты в год. И можно даже заработать по 545% за год. Это реально очень хорошие, жирные, красивые процентики, которые можно использовать для того, чтобы приумножить свои вклады. Есть пулы ликвидности, да, то есть также вы можете видеть, что идет именно 2 дня пресейла, да, осталось. Все это в будущем, конечно же, будет доработано, да, то есть также есть, как видите, статьи по проекту, белая бумага, так называемая, да, также вы можете зайти посмотреть, как это все распределяется. Также есть куча сообществ, есть и телеграм-сообщество, да, зайдя сюда, вы можете посмотреть. Есть Discord, есть Medium, есть Twitter, да, то есть можно зайти и реально просмотреть, что себя проект представляет. 4000 подписчиков, твиты постоянно обновляются, соответственно, проект живой и стоящий. Что еще бы я бы здесь вам рекомендовал сделать, да, то есть зайдя сюда, вы можете посмотреть также белую бумагу. Именно здесь пишут о проекте, да, то есть как это все будет основано, почему именно их нужно выбрать, да, какие процентные соотношения мы можем зарабатывать здесь, то есть и также какие распределения, какие иксы, да, то есть x50 можно хорошо схлопотать, и это, конечно же, очень-очень круто. Также здесь распределение монеты, какие как выпущено, и, конечно же, это все здесь присутствует. В телеграм-сообществе 3600 человек, это очень большое сообщество, конечно же, это большой
плюс. А что бы я еще бы рекомендовал сделать, да, то есть для того, чтобы купить монетку, мы заходим и можем поменять монетку, например, на криптодексе, да, то есть вы можете продать свои кро, да, и получить, соответственно, дарк. Это все очень-очень круто. Также ж можно зайти на другие сети и, соответственно, менять и на них. То есть, зайдя сюда, вы зайдете и можете все это менять и покупать. Также ж внизу тоже есть все сообщества. И это, конечно же, большой-большой плюс этого проекта. Входить в проект или нет, решение принимает каждый сам для себя. Мое мнение, проект реально стоящий. Для тех людей, которые хотят зарабатывать деньги, вы можете зайти и заработать. Есть также распределение самих монет, да, то есть как это все будет распределяться. Здесь все это расписано. Также есть часто задаваемые вопросы. В принципе, каждый может зайти и эту всю информацию здесь изучить. Есть сам смарт-контракт, что тоже немаловажно, да, то есть мы можем проверить это все перед тем, как начать инвестировать, и это тоже большой-большой плюс. Все здесь расписано детально, все рассказано прям по мелочам, и каждый инвестор может легко это все изучить и посмотреть. Также сайт можно перевести на русский язык, да, при желании все читабельно переводится, соответственно, каждый может использовать тот вариант, который ему интересен. Как видите, да, то есть было вот 13 миллионов, стало уже 14. Соответственно, ребят, проект стоящий. Ссылочка на проект внизу в описании, кому интересно. Заходим, изучаем, инвестируем и зарабатываем. Также на ваших глазах цена монеты выросла и уже сейчас составляет 24 бакса. А было 21, напомню. Соответственно, очень-очень хорошо можно хапануть больших иксов. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем больших заработков. Ссылочка на проект внизу в описании, также ссылочки на мои телеграм-каналы, также ссылочка на моего знакомого, который очень вкусно готовит. Рекомендую, подписывайтесь. Всем спасибо, всем удачи, всем больших заработков, ну и всем пока.